В Одинцовском городском округе по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева ведется мониторинг качества оказания медицинских услуг в инфекционных стационарах. Оценить уровень медицинского обслуживания могут и те, кто в настоящее время находится на лечении, и те, кто уже выписался из учреждений здравоохранения. Вся полученная информация будет анализироваться и перенаправляться в соответствующие инстанции для корректировки работы. Отзывы можно оставлять в мессенджерах WhatsApp или Telegram, а также передавать короткие сообщения по телефону.